Слова, что ты сказала, словно камни, бросив мне. Дима Билан похвастался фотографией своего папы. Мужчина, несмотря на свои года, отлично выглядит. Дима Билан не любит выставлять фотографии с семьей на всеобщее обозрение, да и сами родители просят его не делать этого. Но на этот раз певец не выдержал. Уж слишком милая семейная фотография у них получилась. Как нам известно, 38-летнего Диму Билана на самом деле зовут Виктор Билан. Он решил взять имя для сцены своего любимого дедушки. Накануне этой фотографии он выступал на концерте на выходных и решил с хорошим настроением заехать в свой родной дом к семье. На фото, кроме Виктора и его родителей, Нины Дмитриевны и Николая Михайловича, есть еще его младшая сестра Анна. Она 1995 года рождения и полностью повторяет судьбу старшего брата. Учится на режиссера в Америке, очень хочет выступать на сцене, также поет, однако не так успешно, как ее старший брат Виктор. Зато есть хороший потенциал и рвение к выступлениям. Старшая сестра 1980 года рождения, к сожалению, не присутствует на фотографии, она никак не связана со сценой. Отец Николай Михайлович Билан 1951 года рождения. Посмотрите только, как он хорошо выглядит для своих-то лет. Нетрудно догадаться, в кого пошел наш красавчик Дима Билан.